Дорогие ютубозрители, ну а теперь серьезно, ребят, в общем, всех с наступающим Новым годом. В заключительном видео этого года хочу поздравить всех с Новым годом, с Рождеством, с наступающим, ну в общем, новогодними праздниками, чтоб все задумки, так сказать, в следующем году, который вы загадали, чтобы они осуществились. То, что не успели сделать в этом году, ну, чтобы успели сделать в следующем году. Не то, чтобы успели сделать, а чтобы сделали. Вот. Ну а так, чего еще? Здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Так что все, ребят, всем добра, всем удачи. В общем, все новенькие, полностью все клапана меняли, магниты, электромагниты меняли, форсунки меняли, ой, эти распылители. Вот что это стоит только за ремонт форсунок. В общем, без 70 рублей 70 косарей, 70 тысяч за 6 штучек таких маленьких. Так, в общем, продолжаем. Рейку снял топливную, сейчас вот насосик вот этот снимаю низкого давления. В общем, он стружку погнал, из-за этого все форсунки накрылись. Там вообще, когда форсунки забирал, мне топольщик сказал, то, что стружка была в соляре. Ну, будем снимать этот насосик. Достал насос. Так вот он выглядит. Насосик. Сейчас будем разбирать его, смотреть, что там, почем. Ну, разобрал. Вроде все нормально. Зергут все. Собираем назад. Поставил назад насос. Здесь уголок обломал. Здесь такой уголочек пластмассовый идет. Надо купить, поставить. Ну и соляр сливаю это все. Хренотень. Потом свеженько залить надо. Всю систему промыть, продуть. Форсунки ставить и пробовать заводить. Приступаем к сборке. Рейку помыли. Помыли. Форсунки с ремонта. Вот. Рейку ультразвуком мыли. Вот отвозил ее тоже, где форсунки делали. Там не ультразвуком мыли. Ну все, приступаем к сборке. Сильно не тянем, тут буквально, не знаю сколько, может, килограмма 4-то надо, и все. Вот, все отлично. Ну и все, и таким способом осталось вот 4 форсунки, и все. Ну что, короче, в этом году не получится КамАЗ запустить, тут некоторых запчастей не хватает. В общем, на следующий год все переносится.